Я Мурадова Валерия Юрьевна. Обращаюсь к Ксенину Вадиму Юрьевичу, Рукасовой Маргарите Андреевне, прокурору железнодорожного района города Воронежа, Дневнёву Сергею Владимировичу, начальнику МВД по городу Воронеж, и Соломаха Дмитрию Вячеславовичу, руководителю ГЖИ. Я являюсь собственником квартиры в ЖК «Атлантис» города Воронежа по улице Остужева, 2/1. Застройщик дома ООО «Ремстрой» входит в группу компании «Новострой». При покупке квартиры дом позиционировался как дом бизнес-класса со своей крышно-котельной. По факту дом совершенно таковым не является, и котельная перенесена застройщиком с крыши дома на землю, переведена в собственность застройщика ООО «Ремстрой», а в дальнейшем переведена в собственность физического лица Гусева Александра. Накануне ввода дома в эксплуатацию мы, как собственники, лишились техэтажа, лишились крыши и котельной. Техэтаж и крыша застройщик преобразовал в три видовые двухэтажные квартиры, и которые сейчас продаются на Авито. По факту выбытия общего имущества УБ по городу Воронежа рассматривается коллективное заявление от 32 собственников с требованием возбуждения уголовного дела в отношении застройщика. Из-за отсутствия техэтажа и крыши у собственников, естественно, возникли проблемы с канализацией. Это срыв гидрозатворов и зловонный запах в квартирах. Хотя на данный момент дом заселен всего лишь на 10%, а когда будет дом заселен полностью, неизвестно, что будет с канализацией. Управляющей компанией дома является ООО УК «Атлантика Сервис». Также собственниками было выявлено, что при выборе управляющей компании были подделаны подписи 21 собственника. По данному факту в полиции сейчас находится заявление от 32 собственников о том, что их подписи подделаны, и просят назначить почерковедческую экспертизу, а также возбудить уголовное дело. Также управляющей компанией «Атлантика Сервис» назначен тариф, абсолютно не соответствующий рынку и очень завышенный, соответствует 50 рублям за квадратный метр. По данному факту собственники обратились в суд об оспаривании протоколов общего собрания и просят назначить почерковедческую экспертизу подписей. Очередное заседание по данному делу назначено на 7 декабря 2022 года. Просим расценивать это видеообращение как официальное заявление собственников дома ЖК «Атлантис» о вопиющем нарушении наших прав и просим провести проверку по данным фактам прокуратуры железнодорожного района города Воронеж, ОМВД по городу Воронеж, ГЖИ Воронежской области, а также просим главу города Воронеж Ксенина Вадима Юрьевича взять дело под личный контроль.